Здравствуйте, вы смотрите программу «Мастер спорта». С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. До заветного титула два шага. Крылья Советов вышли в полуфинал Кубка России по футболу. Преимуществом домашнего паркета воспользовались не полностью. Баскетболисты Самары сражаются за выход в финал плей-офф Суперлиги. В память о великом тренере. В Самаре прошел всероссийский турнир по дзюдо в честь Павла Иванникова. Самарские «Крылья Советов» вышли в полуфинал Кубка России по футболу. Удивительную победную серию клуба в 2021 году не смог прервать и один из лидеров премьер-лиги – московская «Динамо». При этом игра на два фронта не сказалась и на успехах самарцев в первенстве России, где «Крылья» уверенно идут к первому месту. Подробнее в следующем сюжете. Прошедшие две недели получились для «Крыльев» сверхнапряженными. Два матча в первенстве России обрамляли одну из важнейших игр сезона – четвертьфинальный матч Кубка России против московского «Динамо». Сохранить в таком графике победную серию 2021 года было сложной задачей, но самарские футболисты были настроены на ее выполнение. Сначала «Крылья» переехали с «Металлурга» на стадион, построенный к чемпионату мира, где проводили матч против «Текстильщика» и в какой-то степени привыкали к натуральному газону, на котором предстояло принимать кубковую встречу. Игру против команды из Иваново самарцы начали активно, без раскачки, завладев преимуществом уже с первых минут. На 25-й минуте давление на соперника было реализовано. Иван Сергеев забил очередной мяч в первенстве. Он же еще до перерыва увеличил счет, откликнувшись на передачу Рикарду Алвиша. Свой голевой пыл Иван не унял и во втором тайме. На 52-й минуте он реализовал выход 1-1. Для главного бомбардира лиги этот мяч стал рекордным 32-м. Больше него за один сезон в ФНЛ никто не забивал. Кроме того, это был его 5-й хэт-трик, тоже рекорд лиги. Два из них были ворота ивановского текстильщика. Разгром же гостей в матче довершил Егор Галенков, который установил окончательный счет 4-0. И, в общем-то, счет крупный, но, наверное, он по игре. И мы на протяжении всего матча доминировали. Могли там чуть крупнее выиграть, могло и чуть меньше голов залететь. Но считаю, что мы действительно были сильнее. И вот наступило время для одной из важнейших игр сезона – кубковый матч против московского «Динамо». На кону стояло много. Для самарцев добраться до полуфинала – достижение историческое. Последний раз так далеко «Крылья» забирались лишь в 2004 году, когда в финале уступили грозненскому «Тереку», нынешнему «Ахмату». Волжане четвертьфинальный матч начали негостеприимно, с быстрого гола. Уже на 4-й минуте отличился Роман Ежов. Дальше «Крылья» играли, ориентируясь на счет, делая акцент на быстрые контратаки, вместе с тем хорошо защищаясь. Большую часть единоборств выиграли именно футболисты самарской команды. Одна из контратак самарцев на 72-й минуте завершилась еще одним точным ударом. Иван Сергеев вколотил мяч в сетку почти с линии ворот, после чего «Крылья» спокойно довели матч до исторической победы. В полуфинале «Крыльям» предстоит играть против «Ахмата» в Грозном 21 апреля. Другую полуфинальную пару составили столичный «Локомотив» и ЦСКА. Финал состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Хорошо, все, что хорошо кончается. Считаю, мы достойно сыграли. И достойно было не только по счету, иногда это может и провести в какой-то мере, но и по качеству игры. Я думаю, что есть определенное удовлетворение и у меня, и у ребят. Вот. Мы идем дальше и, надеюсь, да, будем только прогрессировать. После такой эмоциональной победы «Крыльям» тяжело было настроиться на очередной матч первенства России. В день космонавтики самарцы играли в Астрахани против местного «Волгаря». Гости долго не могли забить. Сделать это удалось только с пенальти на 69-й минуте. 11-метровый реализовал Иван Сергеев. Этот гол так и остался единственным в матче. «Крылья» одержали в ФНЛ 10-ю победу подряд и установили по этому показателю новый рекорд лиги. После таких успехов команда остается на уверенном первом месте в турнирной таблице. Когда мы забили первый гол, Вот в этот момент нам где-то не хватило внимания, терпения, чтобы вот игру поднять, игру сделать такой, чтобы мы ее немножечко контролировали вместе с мячом. 34 футбольные команды из разных уголков России прибыли в Самару, чтобы побороться за звание лучшего. В регионе прошел турнир памяти Владимира Келина, человека-легенды, известного спортивного журналиста, который погиб в ДТП в августе 2014-го. На турнире, который проводится уже 5-й год, побывала наша съемочная группа. Играй, Женя, играй! Игра не выключай!
Общероссийский турнир по футболу в памяти известного журналиста Владимира Кейлина собрал команды со всех уголков России. Самара приняла у себя футболистов из Екатеринбурга, Пензы и Ошкар-Алы, Нижнего Новгорода, Казани. Главная цель турнира – обмен опытом и проверка командами своих способностей. У нас очень много победителей. Вы знаете, наш турнир, как бы основной его смысл не в том, чтобы выявить действительно самого сильнейшего, а прежде всего, конечно, дать возможность ребятам встретиться из разных городов, из разных регионов, обменяться. Вот этот футбольный обмен, он очень важен для ребят в этом возрасте, потому что как бы тренерская мысль, она абсолютно разная. Турнир проходит в память об известном самарском журналисте Владимире Кейлине. Его жизнь оборвалась 7 лет назад в страшном ДТП. Более 20 лет Владимир Михайлович вел программу о значимых спортивных событиях на самарском телеканале и долгое время сам работал тренером, возглавлял Самарскую областную федерацию футбола. Владимир Кейлин, он много внимания, сил и всю свою жизнь посвящал детям, вкладывая в них через спорт любовь, порядочность, уважение, воспитание. И то, что сейчас продолжают его дело, это очень замечательно, это очень радостно. В честь него, в честь этого большого человека, на наш взгляд, мы делаем этот турнир, чтим его память. И вот, как видите, он, в общем-то, очень масштабный и пользуется большой популярностью. Турнир проводится уже в пятый раз. Победителей выявили в разных возрастных группах. По итогам соревнований лидерами стали самарские спортсмены. Баскетболисты Самары потеряли преимущество домашней площадки в полуфинале Суперлиги. Волжане обменялись победами с московской «Руной», которая впервые вышла в плей-офф. Теперь командам предстоит два матча в столице. О подтверждении того, что «Руна» – один из самых неудобных соперников для Самары, расскажем в следующем материале. Первый раунд плей-офф баскетбольной суперлиги прошел без неожиданностей. Сильнейшие команды по итогам регулярного чемпионата уверенно прошли своих соперников. Полуфинальные пары сложились так: «Уралмаш» – «Темп Сумзу» УГМК и «Самара» – «Руна» Москва. Столичная команда, которая первый раз вышла в плей-офф, не самый удобный соперник для волжан. В четырех последних играх в регулярке самарцы смогли выиграть только один. Первый матч полуфинальной серии подтвердил это утверждение. Хотя поначалу для хозяев паркета все складывалось удачно. Игроки «Самары» забили несколько дальних бросков и создали себе небольшое преимущество. Но москвичи пришли в себя и перехватили инициативу. И на первый перерыв ушли, лидируя в счете. Мы, в принципе, не были готовы к такой игре. Не знаю, мы готовились, но оказались не готовы к этой игре. Мы проиграли в уверенности. Мы выглядели не как хозяева, мы выглядели как гости. Они, если ихние лидеры сыграли свой уровень... Во второй четверти самарцы вспомнили, где проходит матч, и вновь стали играть по-хозяйски. Волжане снова дальними попаданиями догнали соперника, а к концу первой половины и вовсе вышли вперед. Закрыл удачный отрезок Айк Наваму, отправив в цель точный трехочковый прямо под сирену на перерыв. Вот, получилась хорошая игра, плотная борьба, игра плей-офф. Вот. Во второй четверти мы чуть-чуть подсели за счет агрессивной защиты Самары. В перерыве поговорили об этом. Прибавили в этом компоненте, естественно, и создали такое преимущество комфортное на концовку уже, что позволило нам завершить спокойно достаточно матч. В третьей четверти качели продолжались. Соперники попеременно выходили вперед, но серьезно оторваться в счете никому не удавалось. Небольшое преимущество по итогам игрового отрезка осталось у москвичей. А в четвертой четверти нападение самарцев забарахлило. Больше трех минут волжане никак не могли забить. Когда Бутянков прервал эту засуху, «Руна» оторвалась в счете уже на 11 очков. Сократить это отставание до конца матча так и не получилось. 68-81 уже в первом матче полуфинальной серии Самара потеряла преимущество домашнего паркета. Ну, хорошая игра была, на самом деле, борьба. Большую часть игры борьба была. И в конце упустили... Сами упустили победу, много каких-то потерь у нас было, поспешных бросков много, не забили открытые броски, все это в совокупности дало результат. Проигрывать и второй домашний матч в планы тренерского штаба «Самары» явно не входило, а потому хозяева были настроены на победу с первых минут. Но и игроки «Руны» просто так сдаваться не собирались. Поэтому в начале игры команды обменялись точными попаданиями. В середине четверти волжане ненадолго сбавили обороты, но лишь для того, чтобы выдать мощный отрезок и выйти вперед. Во второй четверти равная борьба на паркете продолжилась. Команды забирали друг у друга лидерство в счете. К большому перерыву небольшое преимущество осталось за самарскими баскетболистами. Сейчас такие игры, что это, я считаю, решающий фактор. Очень много зависит от настроя и даже
не столько какая-то удача или что-то, ты больше зависит, результат игры больше зависит от того, как команда настроится и насколько она будет серьезно биться. Казалось, что третья четверть снимет все вопросы о победителе этого матча. Ведь самарцы начали игровой отрезок очень уверенно. Несколько точных трехочковых, быстрые атаки, и вот уже хозяева паркета ведут с разницей в 16 очков. Однако такое положение дел не выбило игроков Руна из колеи, и они понемногу стали сокращать счет, не в последнюю очередь благодаря большому количеству заработанных фолов. Перед четвертой четвертью от большого разрыва практически ничего не осталось. Был другой настрой, да, мы играли очко в очко, но тем не менее мы выглядели лучше. Мы были заряжены и в защите, и в нападении. Другое дело, что мы этот разрыв спустили и дали сопернику опять шанс. Несколько сделали, мы остановились в нападении, несколько сделали глупых действий, и Руна вернулась. В заключительной четверти самарцы вновь добились двузначной разницы в счете. И снова москвичи смогли вернуться в игру и сократить отрыв. В самом конце матча небольшим преимуществом владели самарцы. Однако гости постоянно были в опасной близости. И все же волжане удержали победу. 79-74 в пользу Самары и 1-1 в полуфинальной серии. Третий и четвертый матчи пройдут в Москве. Если и там команды обменяются победами, то все решит пятая игра, которая состоится в Самаре. В Самаре состоялся полуфинал городского теннисного турнира для юношей и девушек до 13 лет. За выход в финал боролись 8 сильнейших спортсменов. С претендентами на пьедестал почета встретился и пообщался наш корреспондент. Пока еще не как Шарапова, но очень к этому стремится. 12-летняя Алиса Калужских буквально разгромила соперницу на корте и вышла в финал турнира. За плечами спортсменки десятки наград за самые впечатляющие достижения. Тренируется Алиса с 5 лет и даже планирует связать с большим теннисом свое будущее. Ну, во-первых, это полезно для здоровья, потому что для глаз очень полезно следить за мячом. Физическая нагрузка тоже. Еще просто интересен сам процесс. Изначально желание принять участие в городском турнире выразили 140 человек. В итоге при регистрации на корте остались 77, а до полуфинала дошли 8. Одни из самых сильных теннисистов. И хотя финал удалось пробиться не всем, спортсмены не теряют надежды. В ближайшие месяцы показать свое профессиональное мастерство они смогут на очередных городских и областных соревнованиях, которые пройдут в мае. Если даже, как говорится, неудачно сложилась или игра, или встреча, то все равно приобретается какой-то необходимый опыт, чтобы в дальнейшем избежать каких-то своих ошибок и уже проходить все дальше и дальше и побеждать в конечном итоге на каких-то соревнованиях. В Самаре состоялся 8-й всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки до 15 лет из 12 регионов нашей страны. О турнире репортаж нашего корреспондента. Огромная семья дзюдоистов со всей России. Они приехали в Самару почтить память известного тренера Павла Иванникова. Основатель школы дзюдо мужества почти 20 лет отдал развитию этого вида спорта в регионе. Воспитал более 20 мастеров и КМСников. Заслуженного тренера России не стало 9 лет назад. Ему было 56 лет. В очередной раз мемориал своего мужа открывает вдова Ольга Иванникова. Когда видишь, что чему он посвятил свою жизнь, а он действительно жил своими воспитанниками, тренировками, соревнованиями, то становится на душе радостно. Вот есть такое понятие, да, горькая радость. А дело живет, его помнят, значит, здорово. Мемориал Павла Иванникова проходит уже в 8-й раз. Начинались соревнования как региональные. Сегодня они имеют статус всероссийских. В этом году в нем принимают участие 12 регионов. От Санкт-Петербурга до Кабардино-Балкарии. Почему люди едут? Потому что, во-первых, Паланчу очень много с уважением относилось тренеров. Даже вот взять наш Приволжский федеральный округ. Ну и качеством самих соревнований. А люди, которые едут из других регионов, конечно же, везут сильнейших. Поэтому конкуренция очень достойная. На татами вышли юноши и девушки до 15 лет. Всего за медали боролись около 400 дзюдоистов в 18 весовых категориях. Однако для большинства спортсменов главной была не победа, а участие в соревнованиях памяти тренера Павла Иванникова. Человек заслужил того, чтобы его помнили. И все это было вот именно в таком именно формате души, понимания, воспитания. Это здорово.
Кроме заслуженных кубков и медалей, победители мемориала Иванникова получили очередные спортивные разряды. Следующий поход за наградами у самарских дзюдоистов состоится через 2 недели. В Самаре пройдет турнир на Кубок Георгия Победоносца. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам. Удачи!